Привет всем, с вами Кальян, и сегодняшнее видео посвящено проекту Андоран. В комментариях под своими различными видеороликами я часто встречаю вопросы о том, что происходит с проектом, как он развивается, не заглох ли он, и все в таком духе. Поэтому сейчас я как раз таки об этом и расскажу. Однако для начала хотел бы углубиться в историю и вкратце рассказать о том, как развивался проект последние несколько лет. На тот случай, если вы забыли или как-то пропустили мимо. В конце концов, последнее видео, посвященное разработке Андорана, было довольно давно. Примерно полтора года назад Акрос начал разрабатывать остров Калдеран. Именно этот ход разработки я и освещал в своих прошлых видеороликах. Собственно говоря, название Андоран — это общее рабочее название всего проекта в целом. И именно под таким названием планируется реализовать Андоранский архипелаг, который как раз таки состоит из трех островов. Это остров Андоран, остров Калдеран и остров Унверон. Все эти острова находятся на разной стадии готовности, но поскольку Акрос несколько лет назад начал разработку именно острова Калдеран, практически с нуля начав все делать, команда в первую очередь прикладывает усилия на разработку именно этого острова. Однако в конце прошлого года Акрос покинул проект Андоран, оставив все наработки команде, и больше не участвует в создании модификации. Собственно, именно Акрос сделал остров Калдеран с нуля, сразу на движке Скайрима, детализировал остров, придал ему тот вид, какой он есть сейчас. После этого были сделаны различные правки в основном билде игры, пересобраны какие-то модели, перенесены ландшафты из одного места в другое. То есть была проделана колоссальная работа по оптимизации и улучшению общего билда игры. Как раз таки прошлым летом кардинально была пересмотрена география архипелага, было удалено множество пустующих территорий, а все острова поменяли свое местоположение. Также были сокращены некоторые поселения на разных островах, но в целом все это было сделано для того, чтобы оптимизировать и ускорить процесс выхода модификации. И с момента ухода Акроса из команды не было никаких данных, никакой информации о том, что происходит с модом, поскольку никто из команды толком не отписывался и ничего не сообщал на форуме. Однако разработка модификации не брошена, и команда, пусть и в довольно небольшом составе, продолжает заниматься развитием мода. Проект уже давно лишился той эпичности и масштабности, которой обладал в свои лучшие годы, поэтому сейчас Андоран — это в большей степени проект для души, знаете, своего рода хобби. Тем не менее, модификация обновляется, и совсем недавно к основному мастер-файлу мода были добавлены черновые варианты навмешей берегов Калдерана, всех поселений острова, а также северо-западного плато с оборотнями. Что же касается будущих планов, то тут можно сказать следующее. Все силы брошены на остров Калдеран, поскольку он является более законченным на фоне всех остальных островов. Поэтому планируется завершить навмеши, поскольку они еще не везде присутствуют. Плюс команда собирается закончить интерьеры, то есть добавить освещение, добавить большее количество деталей, чтобы интерьеры были полностью работоспособные. Команда также намерена исправить существующие баги и улучшить производительность модификации. На этом, пожалуй, все. Когда будет следующее видео по проекту, я не знаю, поскольку команда работает не так быстро, как вам хотелось бы. Тем не менее, я продолжаю следить за ходом разработки. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. А я с вами прощаюсь, спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока!